Ну а в Махачкале прошли матчи 23-го тура первенства России по футболу в зоне Юг. Футболисты Анжи на своем поле с минимальным счетом 3-2 переиграли Биолог Новокубанск. У хозяев поля отличились Мутали Магомедов, Магомед Наби Ихьяев и Ярахмет Махмудов. А вот клубу Махачкала переиграть в родных стенах одного из лидеров турнира «Кубань Холдинг» из Краснодара не получилось. На мяч, забитый в начале встречи Ярахмедом Махмудовым, гости во втором тайме ответили тремя. В итоге 1-3.